так хочется поделиться вообще эмоциями отсюда. Это просто незабываемый вид. Еще несколько секунд, и я попробую фигуры, какие-то там фигуры высшего пилотажа. Да, Анатолий мне обещал все показать. Ну, огромный привет моей семье, моей сестре Жене с ее мужем Игорем, тете Ларисе, моему любимому бабочке, папе. Очень грустно, что ты не доехал сюда. Я надеюсь, что мы еще с тобой куда-нибудь съездим. Все, всем чмоки. Пока-пока. Елена там халявит, что ли? Елена, халявишь? Эх, Лена сыкуха. Да, вот там вот Леночка летает. Вон на рыженьком полетела Лена. Спираль винтик. Мне кажется, у меня мои племянники стыдятся, когда я сижу на канатке. Слушай, я
Я считаю, человек должен кричать. Мне весело, честно. Вот я такой честно кричу. Вау, это классно, я уже кричу. Благодарите сына. Я делаю это все. Сейчас я думаю, они сидят в кафе, пьют чай. Что за фигня так происходит? Слушай, а многие решаются? Перевернуться. Ну, я немножко передал ноги. Давай сделаем. Да. Расскажу. Давай, делай сейчас. Раз и стала умницей. О, офигеть. Ребят, вы добрые друзья. Меня зовут Анатолий. Чао. Пока.